Жаркий, давай лови сегодня. Пускай. Всем привет, меня зовут Таня, и я безумно рада, что вы вновь на моем канале. Дорогие мои, хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Прежде всего хочу вам пожелать в следующем году, это, конечно же, здоровья, потому что без здоровья, как говорится, мы никуда. Хочу вам пожелать хорошего настроения, чтобы все ваши маленькие и немаленькие мечты сбылись в этом году. Хочу вам пожелать доброты, успехов, большой зарплаты, успехов на работе, продвижения по карьерной лестнице, кому-то выйти замуж, кому-то хорошо, удачно родить ребенка. Конечно же, чтобы маленькие какие-то, знаете, такие мелочи, обязательно, которые вы хотите, чтобы вы их приобрели, и чтобы все ваши родные и близкие, конечно же, вас окружали любовью и заботой, и чтобы все были здоровы и с хорошим настроением. Хочу вам, чтобы следующий год Хрюши принес вам только положительные эмоции, хороший заряд энергии, и чтобы вы чувствовали в этом году, знаете, такой подъем. Все, что вы не сделали в этом году, чтобы вы сделали в следующем году обязательно. Команду! Дедушке Морозу улыбаться, стихотворение рассказывать четко и ясно, не мямлить. Дедушку за бороду не дергать. Девчонкам хочу пожелать, конечно же, женского счастья, а также женской красоты, чтобы вас любили мужья, сыновья и просто любимые мужчины, с которыми вы находитесь рядом. Возможно, в будущем будете находиться рядом. Мальчишкам хочу пожелать, чтобы они любили женщин, чтобы, конечно, не в прямом смысле носили их на руках, конечно же, в прямом это тоже хорошо, чтобы окружали заботой и лаской, чтобы дарили какие-то приятные мелочи, чтобы женщина и девушка ваша радовалась. Знаете, когда девушка радуется, она вам тоже подарит много положительных эмоций и сварит вкусный борщ. Так что имейте в виду. И, конечно же, без хорошего настроения и, знаете, внутренней какой-то доброты невозможно, чтобы вокруг находились хорошие люди. Пожелаю вам, чтобы вас окружали только хорошие люди, знаете, которые верят в вас, которые вас искренне любят и уважают, которые дорожат вашей дружбой, дорожат вашим общением. Это очень важно в нашей жизни и в нашем мире, потому что такая жизнь сейчас. Поэтому, знаете, каждый год я желаю, чтобы вас окружали только близкие, заботливые, добрые, нежные и любящие вас. Пусть мечты сбываться станут в этот праздник. Спасибо вам большое, что вы были этот год со мной. Мои подписчики, которые давно на меня подписались и которые недавно со мной, спасибо вам огромное. Спасибо всем новичкам, которые зашли на мой канал и, возможно, тоже будут подписываться. Обещаю в следующем году интересные видео. Пишите мне тоже запросы, которые видео вы хотите. Так что будет очень много тестирования всякой всячины с AliExpress, потому что ждем до сих пор посылки. Ну и всем хорошего, конечно же, настроения. Будьте добрее, будьте терпимее, и все у вас будет и у нас, конечно же, хорошо. Главное, чтобы не было войны. Так что всех вас люблю, целую, обнимаю. Всем вам любви, счастья, терпения и просто хорошего настроения. Желаю вам удачно провести этот Новый год. Много не пить, много не есть. Так что всех вас люблю, целую и обнимаю.